Приглашаю вас в наш номер. Вау. Что, пойдемте скорей? Очень приятная обстановка. Красиво, душевно. Играет музыка, слышите? И на экране, та-да-да-дам, уважаемый госпожа Профилидии. Да. Такое место. Всем привет. Да. Белоснежная кровать. Рядом красивая тумбочка. Лёша пошел сейчас в бассейн, уже оставил тут свои часы, браслет. Да. Знаете, так интересно, наверху нет ни одной люстры, поэтому освещение такое вот романтичное. Очень мягкая кровать. О. Видите, да? Осталась рука прям. Мягкота. Ну, посмотрим, как на такой спать. Знаете, мне всегда приятны такие аксессуары. Карандаш кемпинский, листики. Здорово смотрятся камушки. Приятный такой диванчик с картиной. Ну, здесь, конечно же, бар. А что у нас есть? У нас есть кола, Red Bull, пиво, что-то еще, какие-то алкогольные всякие вкусняшки, шоколадки, чай, вода, к чаю, к воде. Так, а в шкафу, давайте вместе поглядим, сейф, холодилка, ну, полочки, чтобы можно было очень удобно разместиться. Вот сюда мы сложили сейчас свои вещи. Повесили рубашки. Теплые вещи всякие. Укрывательные элементы. Обувь. Так. Там есть еще фен также. А здесь у нас что? Ага. Что-то они нам тоже тут оставили. В общем, поглядим. И ванная комната. Для меня всегда важна ванная комната. Я по отелю, наверное, сужу именно потому, что предлагает отель. Насколько он комфортен для проживания, если ты приехал, у тебя с собой ничего нет. Ни зубной пасты, ни шампуня, ничего. Поэтому вот здесь, конечно, смотрите. Очень приятные такие штучки. Здесь идет, так, с бергамотом шампунь. Угу. Это мы все попробуем. Кондиционер, лосьон для тела, гель для душа, что-то тут еще, полотенчики, зубные щеточки. Да, это приятно, потому что мы с собой ничего не брали. Вот такие мелкие штучки, конечно, приятно радуют. Ну и живой бамбук в ванной комнате, приятно. Фирменные полотенца с надписью «Кемпински». Восхищают такие вещи, приятно ими пользоваться. Стаканчики, которые закрыты вот такими штучками. Раз, хоп. Чудесно. Салфеточки, зеркала. Все, как я люблю, когда много зеркал. Красивый туалет. Ванная, фирменные халаты и фирменные тапочки, которые тоже идут они с Кемпински. Здесь логотипчик, все очень приятно, красиво. Здесь еще полотенчики. Знаете, все очень чисто, классно, на пятерку тянет, и это радует. Да, поэтому приятно порадовали Кемпински. Будем к вам возвращаться. Приятный номер, приятное обслуживание.
У нас прекрасный номер, прекрасный вид, с видом на маяк, на море, на природу. На наш собственный авианосец. Все у нас прекрасно. Открытый бассейн отеля Кемпинский. Вода поддерживается на одном уровне, что в крытом, что в закрытом бассейне, примерно 24-25 градусов. Ну, в общем-то, довольно теплая. Сейчас безветрие, в общем-то, погода довольно хорошая. Можно даже в халате гулять. Это открытый бассейн. Людей немного, и в общем-то тут работают даже спасатели, просто их сейчас не видно, но они есть. Вот уже стемнело, отель зажег огни. Да, тут летняя горка есть, типа мини аквапарка. Вот можем эту увидеть надпись Кемпинский. Такое бабье лето стоит относительно, где-то плюс 10 градусов тепла. Ну, это Геленджик ночной, конечно. Видна дорога канатная на перевале. Она иногда загорается разноцветными огоньками. Вот. Собственно, вот. Номер на двоих мы сняли за 7200 рублей. Завтрак есть один. Ну и вот этот вот спа-центр, соответственно, где вы можете себе позволить входящую плату. Плавание в бассейне. 7 утра, отель Кемпинский. Тишина, никого нет. И только мы пошли в спа-зону наслаждаться прекрасным утром. Заходим мы за номером нашей мамы. Заходим мы за номером, все уже. Эх. Прекрасно провели время утреннее в бассейне. Вон там, видите, пузырьки? Там находится джакузи зона. А вот в этом углу находится зона гидромассажа. Разные струи, массаж плеч, спины, просто потрясающе. Вода теплая, комфортная. Здорово, когда есть вот такой вид на улицу. Вот можно, кстати, пойти в бассейн, который находится на улице. Сейчас я вам покажу. Ой. Так. А у нас впереди по расписанию завтрак. Смотрите, за мной находится этот бассейн на улице. Ой, сейчас мы свет поймаем. Вот. На самом деле прохладно там купаться, голова мерзнет, потому что на улице достаточно морозно для нас после бассейна. Поэтому мы все равно туда сходили. Мы испробовали, поплавали, такое испарение, такой кайф. И после этого, когда заходишь уже вот сюда, становится прям жарко. Вода кажется очень такой горячей, комфортной. Сегодня тут немноголюдно. Вот, мы пошли собираться на завтрак. Нас ждет шикарный шведский стол. Спасибо большое.
говорится, все свое ношу с собой. Все для красоты, для ухода за кожей, для макияжа. Я взяла с собой. Здесь только мы используем шампунь, кондиционер и для тела. А это все свое богатство. Кроличьи сосиски, свиные, куриные. И он, давайте посмотрим, как это выглядит. Красота. Рис, морепродукты. Грибное соте, томаты под сыр. Запеканка. Разнообразие всего, разные салаты, соленья, соусы. Вкусняшки, орешки, сыр со специями. Видите, какая красота. Разные тоже масла. Сыры, под чаю варенье, мясные, холодные закуски, лосось. Это то, что я возьму. Смотрим, что у Алексея в тарелочке у нас. Рис с морепродуктами, я вижу. Томаты с сыром, кроличьи сосиски. Это у нас лосось. Вот он, вот. Угу. А под ним бекон. Да. Блинчики. Есть вот сыр, оливочки, каперсы. А это что? И запеканочка. Да. Да. Ну что, приятного аппетита вам, друзья. Сидим мы с видом на бассейн, на горы. Так, а у меня бекончик, рыбка. Томаты под сыром, грибное соте, дорблю и белый сыр, телячья сосисочка, рис, свекла с миндалем и вот в этих штучках запеченные креветки. И, ну и томаты вяленые тоже. Да. Разный вкусный хлеб, булочки, круассаны, маффины. Волшебные пончики. Леша там уже вкушает, говорит, что очень вкусно. Смотрите, сколько йогуртов. Разные-разные йогурты, орешки, наполнители. Такие штуки. Чаю. А теперь берем маршмеллоу. И опускаем шоколадный фонтан. И на тарелочку. А теперь берем второй для мужа. Накалываем. Ой, ребята, слушайте, ну завтрак в Кемпинске это, конечно, да. Как будто у нас был и обед, и ужин. Так все вкусно. Мы еле идем. Мы еле идем на игру в крикет. Да. Ходить есть нормально. Да. Потрясающие полтора часа вкусного счастья. Соблюдайте технику безопасности. Особенно на шведском столе. Да. Ага. Там делают елку для нас. То есть мы уже когда выйдем с номеров, там уже будем праздновать Новый год фактически. Включаем. Включаем и поехали в номера. Девушки, вы едете? Автобус подан. Красиво. Нажмите кто-нибудь. Я. Да, да, нажмите, пожалуйста, посмотрите. Вот они, красотки. Мы едем в крикет, да?
И туда тоже. Смотрите, как я лечу. Ёлка. Я лечу. Ее сверху собирают. Смотри. Ее начали сверху. Да, где там? Где там елка? Насколько игрушек, смотри вниз. Легендарная сбора елки. Красивая была. Да. Ну, к 12 они что-то еще тоже успеют так собрать. Да. Шикарная погода нас сопровождает в течение 2 дней. Так выглядит наш отель снаружи. Потрясающее небо голубое, слегка тучки, все зелено. И вот такая золотая осень. Вороны, птицы. Класс. А мы пошли прогуляться. Ну что, спасибо большое отелю Кемпинске. Да, мы прекрасно провели время. Сейчас идем, наслаждаемся видами территории. Ага, да. Удалось полчаса полежать после плотного завтрака. О, да. Но сейчас у нас прогулка. Завтрак и обед был плотный. Смотрите, какая прекрасная зима в Геленджике. У них есть своя аллейка. Да. Смотрите, смотрите. Вау. Нам класс. Вот такие девчонки с нами еще две. Хай, да. Так что выделяйте обязательно время для отдыха всей семьей. Какие-то лучшие, интересные места, которые находятся рядом с вами. И не только. Аня. Только не надо это под елочку Эль Регалью делать.